Всем привет! Сегодня распаковка по 15-му каталогу Oriflame. Вот такой вот, если вы видели с девушками. Достаточно много интересных предложений. И спасибо девочкам, которые сделали очень много заказов. Очень интересные и дорогие духи, например, были выбраны. Ну, начнем с того, что у нас ожидается следующий каталог. Вот такой вот красивый. С Черная пятница, распродажи. Действительно, очень много распродаж. Но, к сожалению, несмотря на все, по чуть-чуть выросли цены. Поэтому ловим распродажи. Очень много выгодных предложений от 50 и выше. Так, подождите, лишнее уберу. Поэтому есть что посмотреть будет в следующем каталоге, если вы не успеете сделать в текущем каталоге, и вас ничего не заинтересует из этого каталога. Кстати, тоже очень можно взять уже и посравнивать цены и предложения, что нужно, что не нужно, и заказать еще до 12 ноября по этому каталогу, потому что достаточно интересно. У меня все взяли с хорошим выгодной скидкой и очень много даже интересных предложений, которые были на распродаже. Ну что, начну с парфюмерии. Буду так вытаскивать, потому что поставить у меня сегодня в некуда. Love Potion. Да, красный Love Potion, классический сладкий аромат с шоколадом. Сестра берет на каждой распродаже 999 рублей цена каталога. Пользуйтесь любителями сладких парфюмов. Что еще у меня из парфюмов? Мужской вариант Be Elegant, это оригинал. Фланкер тоже в этом каталоге представлен со скидкой, поэтому можно взять до 1000 рублей. Не помню цену, честно говоря, там тоже 700 или 600 рублей она стоит. Достаточно интересный молодежный вариант. Для молодых мужчин и, в принципе, для зрелых, потому что очень интересный набор, это какой-то классический, сделан специально для городских жителей. Можно взять уже в подарки, насматривать, да, если вы что-то делаете. Еще у меня взяли духи из последних новинок. Вот такая вот красивая водный аромат Nordic Water. Это женский вариант, еще такой парный мужской вариант. Очень классические водные ноты, свежие, вот для кто любит. Пожалуйста, это классика. Очень приятные. Меня долго выбирали, искали. И этот вариант очень подошел. Из новинок. Сейчас похвастаюсь новинками. Вот такая мужская серия. Это 3 в 1. Шампунь и кондиционер. И гель для душа. Поэтому и даже в лицо можно мыть. И здесь очень интересная формула на основе черного угля. Попробую. Мужу в подарок взяла. Одну я попробую. Может, она даже черная? Эй, как не люблю все эти. Нет, она не черная. Она прозрачная. На основе угля, но она прозрачная. К нему в подарок можно взять вот такое вот мыло. Мыло квадратное. Очень интересная форма. И мы смотрели, такие мыльницы подбирали, тоже хотели смотреть. Я говорю, так, оказывается, и мыльницы есть такие квадратные для такого квадратного мыла. Поэтому имейте в виду, мыло, кстати, черное. Из новинок. Вот такая, я в прошлом каталоге смотрела, в этом все-таки взяла себе. Это маска на основе витамина В, про витамин В, и масло лаванды. Очень вкусная, очень должна полезна, потому что она пахнет чуть-чуть лавандой. Гелеобразная структура. Нет, потом сделаю лучше обзор на себе. Вот. И очень интересный вот такой вот вариант. Это питательная маска для лица. Вообще советую для сухой кожи. К нему можно взять сейчас в наборе вот такой вот скраб и умывающееся средство. Обратите внимание, очень хорошая, выгодная серия. И, кстати, Essentials, она является бюджетной серией. И там очень много интересных компонентов, органических и достаточно дорогих, например, как масло канола. Но цена этого продукта достаточно приемлемая. 200 рублей с копейками каталога. Из новинок у меня очень много взяли обновленную серию Love Natch. Именно авокадо. Очень ждал у меня мой остеопат. Говорит, я хочу авокадо. Ей очень понравилось. И у меня целый набор авокадо. Вот смотрите, и еще раз авокадо. Вот такая вот красивая теперь серия. И посмотрите, у них просто поменялся дизайн и поменялась заглушка, да, крышечка. Она теперь стала как в серии Wound. Из этих же кремов сейчас попробую найти. А куда я себе? Я себе взяла серию Love Nature, вот такая микадамия. Мне нравится именно питательно и на
в зиму, у меня руки очень быстро сохнут, подвержены этому, не люблю. И поэтому я беру с этим маслом, оно очень хорошо питает и разглаживает кожу. Не дает ей так сохнуть. Ну и, наверное, из новинок все. То, что всегда у нас есть вот такой вот скрабик и маска 2 в 1 в серии Love Nature, тоже с кокосом и алоэ верой. Если вы любите, чтобы у вас скрабировалась кожа, возьмите этот вариант. HX шампунь против выпадения волос. Шампуни тоже. Кстати, тоже в следующем каталоге я посмотрела тоже шампунь, будет с хорошей скидкой. Ребенок мой сказал: мама, хочу. Закончилась у меня, покупай детскую серию. Обратите внимание, она, по-моему, будет обновляться, и ее нету, не будет скоро. Поэтому есть возможность купить, даже есть набором. Очень выгодная у нас компания была по продукты, да, обновленная серия Tender Care, смягчающее средство. Не видно, да? Вот эти замечательные наши бочонки. И акции до сих пор до конца каталога. Если вы берете 3 штучки, 4 вам идет подарок. Да, наш волшебный бочоночек. Достаточно надолго мне хватает. Хотя, говорят, если пользоваться часто, очень быстро расходуется. Я по мере возможности, по мере необходимости, это средство, которое ухаживает за сухой кожей. Можно кутикулы, ногти, мозоли, если есть, на лице какие-то сухости. Я ребенку при насморке в пазухе вот смят, потому что там есть пчелиный мед, воск, и они дают согревающий эффект. Пяточки, кончики волос. В общем, очень шикарное средство, которое, я считаю, что должно быть всегда под рукой. Губы. И даже если есть у вас какие-то неприятности, можно ими воспользоваться. Очень хорошая скидка. Была онлайн-предложение и на распродаже, да, получился тальки. И плюс еще в онлайн-каталоге другой вариант тальков есть со скидкой. Обратите внимание, единственное, что у нас был только сандал. Хотели немножко другой аромат, но сказали, давай попробуем этот. Любимое масло с авокадо, которое мне всегда берет сестра, поэтому она тоже воспользовалась скидкой и взяла. Шикарное масло, жидкое мыло, его можно использовать как гель для душа. Легкий розовый аромат. Я нашла себе поклонника этого средства. И меня, говорит, заказали, говорит, хочу, потому что уже предыдущего каталога закончилось. Себе я взяла витамины, они сейчас с хорошей скидкой. Женские или мужские, взяла женские себе, потому что муж у меня не очень пьет, поэтому есть варианты взять. В следующем каталоге будет со скидкой антистоксин. Или можно взять по акции еще у нас. Покупайте wellness pack и шоколадный коктейль в подарок за 1 рубль. И с декоративной косметики веерная объемная тушь. Очень экономичный вариант он Color. Не смотрите, что если тушь стоит 200 рублей, она не ухаживает. Она здесь уходовые средства, плюс очень интересная, хорошая кисточка, которая помогает глазам делать распахнутые маркеры с хорошей скидочкой. Мне даже взяли два разных человечка. Мне нравится он, во-первых, стойкий. Во-вторых, у нее очень шикарная кисточка, которая делает тоненькие-тоненькие стрелочки. Поэтому воспользуйтесь. Из серии... Ой, Стокгольм. Я забыла совсем, что у меня есть такой заказ. Вот такой вот попробую сейчас вытащить. Набор для бровей. Вот. Это тень. Вот смотрите, какая красота. Это тени. Даже не открыть. Все так хорошо. Вот. Здесь 3 оттенка. 2 оттенка и воск. Кисточка и зеркальце. Вот такой вот небольшой набор для укладки бровей. Вот тоже красоту заказывают. Что еще есть? Взяла себе пробники в подарочек. И любимые маски. Маска для волос, хорошая скидка. И тканевая маска для лица. Все у меня закончилось? Нет, не все закончилось. И я себе сделала подарок по акции активности. Вот такой вот кошелек за 199 рублей. Да, кто делает заказы больше 50 баллов, от 50 баллов. Принимаем акцию активности. Вот такая вот серия, да. У нас уже есть серия вот эта орифлеймовская под эгидой эксклюзив. Мне очень понравилось, если с собой брать. Здесь вот есть карман один большой, глубокий, с ремешком. Ремешок можно повесить. И второе отделение. Ой. Много-много-много
кармашков. И вот такой вот вкладыш. Сюда можно, насколько я понимаю, телефон положить. Сюда много карточек. И не заморачиваться. Даже если можно, здесь достаточно глубокие, можно положить и купюру в согнутом виде. Мне понравился. Приятная на ощупь ткань. И вот в поездке, если брать вместо большой сумочки, можно сюда положить куда-то, если вы не берете документы, в принципе, я думаю, паспорт сюда влезет. С собою поход, в поездку, по городу погулять. Мне очень понравился и формат нравится. Как вот повесить, и небольшая сумочка красивая, привозить. Вот, вот такой у меня получился заказ. Спасибо еще раз девчонкам, которые помогли его собрать. Все раздам, все принесу в понедельник. Поэтому смотрим следующий каталог. Если что-то понравилось, можно еще заказать в этом каталоге. Обратите внимание, все продукты у меня со скидкой. Ничего по полной цене не приобреталось. До новых встреч!